Российский туризм отправился в европейское роуд-шоу. Вслед за Берлином и Парижем презентации представителей российской туристической индустрии прошли и в Лондоне. Два дня 15 регионов страны рассказывали и показывали своим британским коллегам, как и чем они могут привлечь британских туристов. В роуд-шоу участвуют не только уже известные, знаменитые российские туристские бренды и туристские направления, как Москва, Санкт-Петербург, регионы Золотого кольца, такое направление, как озеро Байкал и другие бренды. Но участвуют и регионы, которые недостаточно известные, но тем не менее обладают богатыми возможностями для развития туристических проектов. По словам посла России в Великобритании, в прошлом году почти 300 тысяч россиян побывали в UK. На 100 тысяч меньше британцев побывали в России. Сегодня главная задача – привлечь туристов в регионы, говорят на конференции. Все знают Москву и Питер, но регионам тоже есть что показать. Та активность, с которой эти регионы реализуют собственные региональные программы, дает уверенность в том, что это будущие основные или одни из основных туристских направлений России. Это действительно тот опыт, который сегодня они демонстрируют, показывает, что туристская отрасль, туристская индустрия в России сегодня развивается успешно и даже в самые кризисные годы показывает рост. По словам британских туроператоров, спрос на поездки в Россию есть, но и препятствий на пути туристов хоть отбавляй. Вся проблема, которая на сегодняшний день существует, это проблема отсутствия информации. Нельзя, я считаю, предлагать иностранному туристу какие-то отдельные регионы, пускай будут это очень выдающиеся регионы. То есть запатентованные хорошие бренды, тоже «Золотое кольцо», тоже «Чайный путь», допустим, если люди хотят это посмотреть себе. А информация, они практически отсутствуют. Как мы убедились, знают Москва, все, на этом дело все останавливается. Мне кажется, задача вот сегодняшнего как раз этого тура – это дать какую-то информацию. Может быть, несколько в другом плане. Давать надо конкретику. То есть нам бы было очень интересно работать напрямую с туроператорами. Почему? Потому что я считаю, что весь туризм держится на четырех китах. Это инфраструктура, это объекты показа, это туроператор, который делает, и продвижение. И просто каждый должен заниматься своим делом. Продвижение – это дело государственной власти. Это от нее только зависит, как продвигают регионы. Будем считать, что это была первая ласточка. Я думаю, главная проблема – это предубеждение. Наши знания о разнообразии России и мест, которые можно посетить помимо Москвы и Петербурга, очень ограничены. Это связано и с языковым барьером. Не так много иностранный турист может найти информации об интересных местах в России на английском языке. Кроме того, неорганизованные туристы хотят знать о способах передвижения по городу, району или поселку, который они хотят посетить. Например, общественный транспорт. Такой информации тоже не найти. Еще один, уже на самом деле необоснованный страх – это сложности в получении визы. Хотя здесь уже давно нет никаких препятствий для туристов в Россию. Вот все эти страхи и недостаток информации и останавливают путешественников поехать в Россию. История, культура, традиции, народные промыслы – вот основные ключевые моменты, которые привлекают туристов в Россию. Проблему недостатка информации о российских регионах призвано решить вот такое европейское роуд-шоу. А чтобы британским туристам было проще добраться до российских красот, британские и российские дипломаты уже ведут переговоры об упрощении визового режима. Profile Russia, Лондон, Великобритания.